Христос воскресе, дорогие наши друзья. В эфире телеканал «Союз» начинается передача «Беседа с батюшкой», ведущий Глеб Ильинский. И сегодня у нас в гостях протоиерей Игорь Илюшин, клирик храма Державной иконы Божией Матери. Храм находится при больнице, и это сегодня имеет особое значение. Здравствуйте, дорогой отец Игорь. Благословите наших телезрителей. Здравствуйте, дорогой Глеб Борисович. Божие благословение на всех телезрителей. Нам сегодня оно, как всегда, пригодится, потому что, дорогие наши друзья, если вас будет интересовать тема, которую мы сегодня будем обсуждать, которая касается служения женщин дома и в церкви, о женском служении мы будем сегодня говорить. Если эта тема вас интересует, то, пожалуйста, звоните к нам в прямой эфир в Санкт-Петербурге. Код города 812, телефон 677-62-44. Ну и, конечно, мы ответим еще и на те вопросы, которые вас волнуют. Дорогой отец Игорь, я знаю о том, что вообще женское служение нами, тема, которую мы поднимаем сегодня, она, в общем, не раз поднималась, но в преддверии праздника жен мироносец и в самом понимании женского служения, вот в том числе в вашем храме, потому что у вас огромное сестричество, которые женщины, которые там работают, служат, вот я бы не сказал работают, служат, это действительно особый, я не знаю, особый дар или особое какое-то расположение сердца. Я не знаю, как это назвать. Вы сейчас мне все это расскажете и всем нашим телезрителям расскажете об этом, потому что ведь мы часто отделяем служение женщины в доме, которое мы часто воспринимаем как некую должность, такую обязанность. Обязана женщина мыть квартиру, готовить еду, заботиться о детях, гладить одежду мужу, ну и так далее. Но кроме этого еще ко всему ходить в церковь или не ходить в церковь, но как-то ощущать себя в этом мире и думать о спасении. Вот об этом давайте поговорим сегодня. Насколько эта тема, ведь наверняка очень в вашем храме особенно стоит. Да, спасибо за вопрос. Я очень рад, что мне посчастливилось вот в такой день, в канун праздника жен мироносец, вот сказать слова вот как раз о самом прекрасном поле, о женщинах. Действительно, Господь возвеличил женщину. И есть такие предрассудки, что женщины в церкви как-то вот неправильно относятся, как-то ее выставляют там на низший план. Угу. И вроде как происходит некая дискриминация. Да. Вот. Но если мы с самого начала посмотрим на то, даже как Господь вот вообще устроил саму женщину. Вот можно сказать, что Господь, Он когда творил мир, Он последовательно творил более совершенные творения. И если вначале, вот мы знаем, он сотворил свет, как некую материю, потом планеты, там, звезды, землю, там, воду, потом небо, животных. Животных, да. Потом Адама. И только потом. Да, и представьте себе, Адам уже жил какой-то период времени, но вот на самом деле Господь, Он не по просьбе Адама сотворил женщину. Просто есть такое мнение, что Господь вынашивал долго вот план, как бы сотворить вот такого совершенного человека. Вот более плохо совершенного. Быть человеку одному. Да. Вот. И понятно, что этот человек
был сотворен Ева, вот потом, впоследствии. Вот, и она действительно отличается. Отличается по своим качествам от мужчины. Вот мы видим, что это более чуткое сердце, это более нежный человек, более такой впечатлительный. Вот, и именно ради этого человека и мужчина может что-то такое сделать, что-то сотворить. Обычно какой-то негатив, к сожалению, вспоминает, что вот Ева первая пошла там, вот, соблазнилась там вот этим вкушением запретного плода. Но об этом можно потом порассуждать. Может быть, здесь виноват Адам как раз в том, что он ее отпустил. Вот, потому что Господь благословил им быть вместе. И по какой-то причине вот она оказалась одна. Вот, и как раз это говорит о том, что мужчина всегда должен защищать женщину, быть рядом с женщиной. Вот, и тогда с ней не приключатся никакие беды. Вот, и тогда она не сделает каких-то неправильных поступков. Но это ни в коем случае не умаляет ее роль. Но, к сожалению, вот если мы смотрим вообще далее историю всего Ветхого Завета, мы видим, что женщина действительно подверглась дискриминации. Вот этот факт мы не можем отрицать, потому что как-то вот... всегда вот как-то на втором плане это все вспоминалось Ева как виновница все-таки грехопадения, почему-то именно Ева. И это ошибка. Вот, следствие как раз грехопадения, что мир пал, и, так скажем, получилось такое вот искажение. И женщины вот, вплоть до того вот, не признавались, что даже их не считали. Вот, да. Мы даже встречаем это в Евангелии, когда говорится, там, когда насыщали пятью хлебами, вот Господь начал. Там такая присказка. Не считая женщин и детей. Да, не считая женщин и детей. То есть это вот, можно сказать, что почему такое было, почему такое отношение? Из-за грехопадения, из-за того, что вот мир пал, из-за того, что по этой же причине мир не признал Христа. Вот. И если далее рассуждать вот уже о женах-мироносицах и вообще о том, как Христос, вот он не гнушался общения с женщинами, когда он с самарянкой завел беседу, когда к нему подошла блудница, которая там начала умывать ему ноги. Многие там из фарисеев, они сказали, что вот как он может, чтобы она прикасалась к нему, с ней даже разговаривать нельзя. Вот. Потом Мария Магдалина, из которой было изгнано 7 бесов, вот это та жена-мироносица, которая как раз сподобилось видение воскресшего Господа Иисуса Христа, самого такого яркого, самого первого явления. Не мужчина сподобился, а женщина. И потом же они же несли да, весть дальше. Да, и вот Господь как раз он некогда говорил, что последние станут первыми. И вот эти жены-мироносицы, которые сознавали себя как раз последними, вот, и они признали вот это свое вот положение, Господь явился им первым. Он явился не, даже не Иоанну Богослову, который тоже проник на Голгофу, который тоже был чист, свят, вот, но он явился женщинам первым. И ну, здесь можно еще и Божью Матерь вспомнить, вот что она сподобилась. Ну, вот. Сейчас мы об этом поговорим сразу после телефонного звонка, хорошо? Да. Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните. Христос воскресе, Игорь. Да, Христос воскресе, здравствуйте. Игорь из Москвы, Глеб Борисович, батюшка. У меня такой вопрос. Может ли женщина проповедовать в церкви и учить мужчину? Вопрос очень хороший, Игорь, спасибо. Да, спасибо. Мы как раз постепенно подходим к этому вопросу, потому что вот он достаточно глубокий. Вот. И вот если вот дальше вот
хронологически так вот немножечко по самым верхам. Вот жены мироносицы, вот их роль. Они вообще ни на что не претендовали. Вот они настолько вот по-евангельски, вот Господь, так сказать, позаботился о женщинах. И вот как раз их служение, вот оно вот как раз подводится к тому, что они могут быть вот, прямыми, настоящими наследницами Царства Небесного. Вот. И далее, вот если саму Марию Магдалину вспоминаем, то именно Мария Магдалина, она возвестила весь как раз проповедь о воскресшем Христе самому императору. Она дошла до самого императора. Вот есть вот такое предание, вот, которое описано вот, в предании церкви, что вот она вот показала ему вот это яйцо, вот, которое стало красным в знак как раз воскресшего Христа. Она проповедовала воскресшего Христа. Поэтому, конечно же, вот женщина, можно сказать, равноапостольная Мария Магдалина, она несла такую же проповедь, как все апостолы. Вот. И вот если мы уже смотрим далее историю церкви первых веков, конечно же, это служение диаконис, это всегда служение женщин церкви. И вот, как вы говорили, в нашем храме действительно вот, большое сестричество, милосердие создано нашим там, настоятелем, отцом Сергием Филимоном, которое разные направления вот, исполняет милосердного служения, это и помощь медицинская, которая вот, оказывается болящим людям, это и помощь престарелым людям, вот, это помощь детям там, в детских домах, и это и преподавание в воскресной школе, это и консультирование просто прихожан в храме, которые вот сейчас заходят в храм. Вот, всегда мы обращаемся к сестрам милосердия. Бывает, что у священника, вот, когда подходит человек первый раз пришедший, он спрашивает, как мне подготовиться к исповеди, к причастию. Вот. А у священника еще там, вот, ну, так скажем, люди стоят, которые тоже ожидают ответа. И вот с такими вопросами можно свободно поймать любую сестру в храме и сказать, что вот подскажите, пожалуйста. И быть уверенным в том, что сестра милосердия с заботой, с чуткостью всегда расскажет, объяснит. И главное, квалифицированно. Да, по той причине, что идет подготовка, идут такие вот беседы вот с этими сестрами, настоятель собирает вот всегда, какие-то консультации дает по каким-то злободневным вопросам, вот, которые вот в данный момент в церкви актуальны. Конечно же, все они воцерковленные, регулярно причащаются, сами являются прихожанами храма. Вот. Среди сестер очень много врачей, ну и не только врачей. Вот. Ну, во всяком случае, в этот день можно сказать, что именно Господь Иисус Христос, можно сказать, вот эту дискриминацию женщин преодолел, победил. Вот тем фактом своего явления как раз вот, прежде всего женам-мироносицам. А апостолы, они, наоборот, пребывали в страхе, они боялись. И даже вот, когда уже жены-мироносицы дошли до апостолов и сказали, что вот, Христос воскрес, гроб пуст, не поверили апостолы, побежали. Вот, как вот сказано в Евангелии, Иоанн Богослов бежал быстрее Петра и добежал до гроба, но боялся в него заглянуть. И Петр, который прибежал туда, он уже зашел и увидел пелены, вот, плащаницу Господа Иисуса Христа. Вот, и далее, уже только потом, вот, Господь им явился вот, самим. Вот, как раз, вот, может быть, они не были настолько достойны, насколько были достойными этого явления жены мироносицы. Поэтому женщина в церкви, она
вот возвеличена Божия Матерь, вот, которая сподобилась вообще невозможного. Конечно, можно сказать, что это исключение, но тем не менее вот она является именно женской душой, вот, Преснодева Мария, вот, которая смогла объять необъятное, она вместила Бога. Она смогла его родить. И вообще, если вот, вот рассуждать о женщине, вот, о женском сердце, это действительно настолько исполненное любви сердце, которое может быть невозможно мужчине. Вот мужчина, он не может настолько любить там, ребенка. Вот женщина, она же, когда рожает, можно сказать, что Бог еще и доверил женщине рождение детей. Это тоже вот, преимущество, так скажем, женщины. Вот, многие вспоминают, что вот Бог же наказал женщину тем, что она в муках рожать будет. Но забывают о том, что да, она будет испытывать боль, вот это наказание. А то, что она рожает ребенка, это не наказание, это дар, это величайший дар Божий. И это преимущество, это то, что не дано ни одному мужчине. Вот. И женщина, потому что ее руки, руки матери, они могут давать ласку, нежность ребенку, там, держать его головку, убаюкивать его, петь ему такие нежные, прекрасные, там, колыбельные, вот, от которого ребенок засыпает. А папа, что он там, подойдет своим грубым голосом, да, что-нибудь буркнет, да, так ребенок и расплачется. Да, да, да. Вот. Ну да, ну вот, знаете, сейчас мы ответим еще на один вопрос, и после этого продолжим. Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь, откуда звоните. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос, Евгений Белгород. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте. Я хотел уточнить этот вопрос. Вы там вначале сказали, что женщину обвиняют, что она первое совершила. Так как раз апостол Павел-то ее в послании этому обвинил. Он сказал, потому что она первое совершила. Впрочем, спасется чадородием. В другом послании он говорит противоположное. Тот, кто выдает девицу замуж, поступает хорошо. Кто не выдает, поступает лучше. То есть противоположность уже этому. Как же она может спастись чадородием, если она замуж не выходит? И во всех посланиях у апостола Павла очень жесткое отношение к женщинам почему-то. Может, потому что он был не женатый? В чем у него такое было проявление жесткости именно к женщинам? Спасибо за вопросы, Олег. Да, Олег. Спасибо, да. Ну, видите, вот здесь у нас, во-первых, прошло очень много времени с момента написания вот, вообще Евангелия. Потом, так скажем, была большая история переводов. И до сих пор у нас некоторые моменты... Сейчас уже, даже в наше время, мы вдруг узнаем, что вот некоторые слова, которые, или некоторые выражения, некоторые там, фразы Евангелия, они понимались вначале в одном смысле, а далее мы вдруг узнаем другой смысл. Мы читаем множество толкований, и такие вот стереотипные измышления буквального понимания текста, вот они всегда рассеиваются как раз вот толкованием вот этих вот сложных мест, вот, которые встречаются в Библии всегда. Их очень много. Например, там утверждение о том, что всяк человек ложь. Очень такое... распространенная, да, фраза, но тем не менее мы можем вспомнить, что человек – это венец творения Бога, и он – образ и подобие Бога. Вот. Царство Священство. Да, и призван там в удел стать святым. А как же понимать это
выражение, что всяк человек ложь. Здесь уже можно понять, что смысл этой фразы, что всякий человек может сделать ложь, то есть он может стать лживым. Всякий человек, никто не застрахован от этого. Точно так же, как фраза «всякая власть от Бога». Вот. Сейчас вот стало известно, что там перевод несколько по-другому звучит, что «всякая власть под Богом». То есть она, наоборот, от Бога, так скажем, получит воздаяние за свои деяния. Это не значит, что всякая власть, даже там какая-нибудь злая языческая, не посылается самим Богом. Нет, она попускается Богом, но это, но она от Бога получит воздаяние за свои деяния. Вот, поэтому точно так же, вот такие обобщения, когда вот приводятся вот «всяк», «все», вот, что женщина спасется только чадородием, вот, это не так. Здесь вот человек, который изучает все Священное Писание, который в комплексе со всеми толкованиями, с преданием Церкви, вот, и с любовью, главное, в своем сердце, вот, смотрит на это, ему открывается как раз вот истина, вот та истина, которую говорит Господь, Господь Иисус Христос. И, конечно же, в этот день, вот, в канун дня вот такого женского церковного праздника, жен мироносец. Не 8 марта. Ну, да, это такое церковное 8 марта, церковное прославление женщин. В этот день, конечно же, мы переосмысливаем значение женщины. И очень многое зависит здесь от мужчины. Потому что если происходит так, что мужчина не проявляет должной заботы о женщине, если он не является для нее стеной, опорой, тогда женщина начинает брать бразды правления в свои руки, и вот здесь происходит такое замещение, которое как раз, вот, опять же, вследствие грехопадения рода человеческого вот, изменяет женщину, и происходят вот такие вот моменты, что там женщины озлобляются, обижаются. Вот. Я верю в то, что любая женщина в Церкви Христовой, вот, которая захочет спасения, захочет познания истины, вот, она найдет вот эту полноту вот, гармонии вот именно через Священное Писание, благодаря Церкви. И как раз Церковь сейчас дает возможность для каждой женщины реализовать себя во всех направлениях, которые бы не избрала женщина. Конечно же, самое такое основное – это семейное служение, это рождение детей. Но и не только на этом заканчивается служение женщины. Есть такие категории, они, может быть, ну, такие особые. Это вот монашеское служение, но это очень редкое служение. Но, тем не менее, вот у нас именно в Русской Православной Церкви оно весьма распространено. У нас очень много монастырей, очень много девушек идут в монахи, отрекаясь от мира из-за любви ко Господу. Вот. Но и не только это служение, опять же, в церкви присутствует. То есть есть вот сестричество, сестричество милосердия, они не только из сестер милосердия состоят, есть там еще и помощницы сестер милосердия, так называемые
испытуемые, которые хотят стать сестрами милосердия. И это все происходит не один год. Они, можно сказать, вот воспитываются от старших сестер. Вот у нас есть такие вот уже сестры, которые уже по 25 лет, даже более, вот я знаю, на нашем приходе, несут свое действительно милосердное служение, которые вот ходят по больницам целыми днями, вот, посещают вот больных, спрашивают, заходят в палату и спрашивают, кто из вас хочет причаститься, кому вот нужна какая-то молитвенная помощь. Вот. И если кто-то откликается, они начинают, можно сказать, вот, миссионерствовать. То есть они рассказывают о Христе, о церкви, приглашают священника. Священник приходит там, в палату, причащает, исповедует этих людей. А кто-то впервые узнает о возможности, вот, вообще о Боге, о возможности вот, и крещения, и причастия. Поэтому мы и в больнице и крестим, и причащаем. И все это благодаря вот, сестрам милосердия. Да, благодаря сестрам милосердия. Вот, поэтому те там, девушки, женщины, которые еще не вступили в брак, вот они вот, и приходят, и могут приходить. Пожалуйста, приходите, дорогие. Вот в храмы всегда найдется для вас вот это служение. Служение. И вы действительно почувствуете радость от того, что вы приносите добро людям. Не просто для себя живете, как вот сейчас вот мир пропагандирует вот это все. Жизнь для себя, жизнь как самолюбование. Вот это как раз искажение. Вот, потому что вот Господь настолько позаботился о женщине, что вот Он помог женщине умолиться, встать вот как бы на второй план по той причине, что вот здесь можно вспомнить, когда апостолы шли со Христом и рассуждали, кто же из нас больше, кто же из нас лучше, кто по правую, кто по левую сторону сядет. А о женщинах, понятно, они даже не думали. Вот. А Господь, слыша этот разговор, Он сказал, тот, кто из вас будет меньшим. Но они опять же не думали, ну, кто меньше? Наверное, там, ну, так подумали, наверное, Иоанн Богослов. А нет. Самый молодой. Оказалось, что все-таки жены мироносицы. Да. Такого разворота событий они не ожидали. А Господь Иисус Христос, Он всегда, вот у Него, вот у нашего Господа, у Него такая логика, которую мы просто не можем представить себе. Просто не можем представить себе. Вспоминая еще 80-е годы прошлого века, прошлого тысячелетия, когда еще не было такого возрождения церквей, это еще, ну, еще, наверное, лет 10 должно было пройти до первых возвращенных церквей. Я вот помню хорошо, как смотришь церковь, ну, разрушенная практически, церковь руинированная, в которой звонит такой уже разбитый, дребезжащий колокол. И из храма выходит кто? Кто идет в храм и кто выходит из храма после богослужения? Женщины. Тогда даже представить себе нельзя было, что в храме будет молодежь. Ну, мужчины невозможно было представить себе. Потом 90-е годы, и в храмах было сразу очень много людей, в том числе очень много мужчин. Но вот сейчас, когда смотришь на приход, то все равно смотришь, сколько женщин и сколько мужчин. И можно смело говорить, что батюшка должен обращаться, дорогие прихожанки, потому что мужчин так мало, что дорогие прихожанки и несколько прихожан. И так было всегда. Почему? Я и говорю об этом, что Господь действительно сотворил женщину более позднее время. Вот, они ближе к Богу? Ну, я так скажу, что у них больше шансов благодаря тому, что их душа уже так устроена Господом, любить, что они более чуткие, более там,
интуитивные. Вот. Они уже, можно сказать, более религиозные, вот я бы сказал. Конечно, бывают исключения, но исключение лишь подтверждает вот общий вот этот факт. Вот поэтому женщины, они уже, можно сказать, сотворены более предрасположенными к познанию Бога. Вот, у них чувственное вот такое вот понимание Бога, а у мужчин скорее рассудочное такое, вот, логичное, логическое. Вот, а женщины, они действительно сердцем все это чувствуют, они потому и плачут. Вот знаете, вот мужчины практически никогда не плачут, а женщины чуть что плохо плачут, хорошо плачут. Вообще ничего, тоже плачет. Просто в храм заходит, плачет. Понимаете? Вот. Для мужчин, вот как писали там монахи древние, это великий дар. Он говорит, слезы – это великий дар. А этот дар, он подарен всем женщинам. Посмотрите, вот даже там, я знаю, на маленьких детей там, в детском саду. Кто плачет? Девочки плачут всегда. Вот, там, мальчики нет, им все ха-ха-хи-хи. Понимаете? Интересно. Вот. И это как раз говорит о том, что у них душа тонкая, ранимая. Почему? Потому что она наполнена любовью. Вот любовью. Как? Они стремятся к какому-то, к совершенству. Они и сами более совершенны, так скажем, более тонкие, более, так сказать, ну, чувственные, более красивые, в конце концов. Вот. Конечно же, здесь они более слабые, но, опять же, Господь вот как раз, Он показал, что, что в этом мире не надо стремиться к чему-то такому, знаете, вот монолитному такому. Мужчина может построить хороший, там, я не знаю, шалаш. Женщина построит, ветер подует, все развалится. Но она способна этот шалаш наполнить, да, таким уютом, что он будет казаться дворцом. И она способна вдохновить мужчину, чтобы этот шалаш превратился в дворец. Да, это интересно. Ну, здесь можно, конечно, по-разному воспринимать это. Но, тем не менее, действительно, мы еще множество раз можем вспомнить и еще одно знаменитое выражение: «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». Не возлагаем ли мы на женщину настолько неудобоваримые бремена, что просто по причине того, что просто как бы мы сами, мужчины, не справляемся с теми... Видите, Глеб Борисович, весь парадокс в том, что несмотря на такую внешнюю слабость женщины, Бог ее сотворил более сильной, чем мужчину. Это, во-первых, проявляется в том, что она рожает детей. И те страдания, и мучения, и боли, которые она испытывает, не испытывает мужчина. Никогда в своей жизни. Ну, если только он там не заболел там, или что-то такое экстраординарного не случилось. А так не испытывает в течение всей жизни мужчина таких болей и страданий. Потом, если мы вспомним историю даже вот Ветхого Завета, там вспомним, например, Иудифь, которая вот, была, населяла город там Витилуи, Навуходоносор отправил там войско Алаферна, ассирийское войско, для того, чтобы израильтян уничтожить. Они осадили этот город, блокада началась. Так все боялись в страхе, мужчины трепетали в страхе. Она вышла из этого города, пришла к Алаферну с угощениями. Нет, она ни в какой блуд там с ним не вступала, да, как там многие думают. Нет, она чистой, она была чистой. Вот, она пришла к этому Алаферну, 3 дня она с ним не общалась. Она сказала, я пришла к тому, кто... Ну, такая хитрость военная была. Кто является победителем. Вот. И на 3-й день она, значит, убила его. Это самое, решила его накормить ужином, напоила его вином и отрубила голову, пришла обратно в город
И люди, увидевшие, мужчины, трепетавшие в страхе, увидев в голову Алаферна в ее руках, они быстро все это ассирийское войско выгнали. И при ее жизни ни разу ассирийцы не нападали на израильтян. Вот, да, да, знаменитая картина Тициана, да, Юдиф, да. С главного, да, Алафета. У нас есть телефонный звонок. Угу. Добрый вечер. Вы прямо в эфире. Пожалуйста, представьте, откуда вы звоните. Христос воскресе. Истинно воскресе. Здравствуйте, Глеб ведущий. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте. Хотела у вас спросить, вот как мне дальше жить? У меня произошло полное разочарование во всем. Долго старалась смиряться. Долго старалась, всегда почти старалась людям ни в чем не отказывать, делать добрые дела, хотя сама как бы не отношусь к числу богатых людей. Разочаровала в своих детях, в двух, у меня трое детей, но они как бы перешли грань. Разочаровалась в своих сестрах, вот одна из них тоже служит в церкви, но они как бы не читают Библию. И как бы, я не знаю, не буду, конечно, говорить, вот, но разочаровалась. И даже в своем приходском батюшке, как бы, чаша переполнилась. И не знаю, может быть, я плохо скажу, но поняла, что, может быть, действительно, если бы я была более богата, может быть, как-то люди лучше ко мне относились. Извините, если как я что-то не так сказала. Антонина. Антонина, спасибо. Спасибо за вопрос. Ну, так скажем, наверное, одолевает вас разочарование, уныние. Это, так скажем, надежды на людей. Больше надежды на человека. И вот здесь как раз можно вспомнить вот это уже изречение, что вот всяк человек ложь, но всякий человек может солгать. То есть всякий человек, несмотря на то, что он образ и подобие Бога, несмотря на то, что каждый человек может спастись, несмотря на то, что человек каждый может стать наследником Царства Небесного, святым, задуман как святой, он может согрешать, и он грешит. Все люди согрешили. Все под грехом. Вот. И если мы надеемся на людей, как вот опять же в Псалтире сказано, на князей, на сынов человеческих, в них же не есть спасения, Господь говорит. Нет в них спасения. Надо свои надежды возложить только на Господа. Не на приходского священника, не на там, родных, не на... каких-то людей там, да. Если человек вот этот ориентир ставит на какого-то человека, он всегда разочаруется, он всегда будет несчастным, потому что он увидит грех, он рассмотрит этот грех, вот. И это не говорит о том, что этот там человек плох. Человек идет своим путем к Богу. Самое важное, чтобы мы вот этот ориентир переместили с человека на Бога. И если будет это перемещение, вот, тогда вас Господь нас наполнит радостью, наполнит вас силой. И вы увидите, что вам не хватает в сутках 24 часов на то, чтобы вот все свои вот дела переделать, чтобы вот сходить там на службу, чтобы помочь там, какому-то немощному человеку, который сейчас требует этой помощи, чтобы просто поблагодарить Бога, порадоваться там, хорошей или плохой погоде. Потому что верующий человек в Бога, у которого правильно расставлены вот ориентиры жизненные, он говорит: «Слава Богу за все, вот, и за скорбь, и за радость». Он, такой человек неубиваем, такой человек, можно сказать, совершенен. Вот, Господь как раз и дает нам вот эту возможность. Смотрите, дьявол, он настолько ошибся, что ли, в том, что он хотел уничтожить Господа. Он вел людей к тому, чтобы его убить.
Вот. Он вел... вроде бы как бы убил. Да. Так он вел его на крест. Но он не знал, что крест – это ключ в Царство Небесное. Он не знал, что крест является возможностью спасения. Вот. А он-то думал, что радовался. Вот, все, и люди радовались. Еще говорили, а это же говорили верующие люди в Бога. Ну, фарисеи там, которые стояли и были свидетелями казни над Господом Иисусом Христом, они говорили, когда они услышали вот эту фразу «Элои, Элои, лема сабахтани», «Боже мой, зачем ты меня оставил?» Стал, да. Строки 21-го псалма, в котором как раз говорится о распятии Христа. Они начали говорить, посмотрим, придет ли Илья, пророк, спасти его от креста. А зачем спасать от креста, когда крест является оружием победы, оружием? Вот. Мы поэтому и совершаем крестное знамение на себе, и вот носим крестики каждый христианин. Вот как раз в знак того, что Христос победил смерть, даровал жизнь, Он воскрес. Вот. И вот, конечно, это вот радость, которая переполняет нас, особенно в эти дни, вот, вот этих пасхальные дни, так скажем. Смертью, да. Смерть побрал. Да. Вот поэтому радоваться от того, что Господь нам все подал. Смотрите, люди Ветхого Завета, вот иудеи, которые ждали Мессию, они ждали земного царя. Ну, кажется, хорошо же. Они ждали царства, владычества над всей землей. Они хотели, чтобы была свергнута Римская империя, чтобы они были там князьями какими-то. Да потом же еще не надо будет заботиться о хлебе. Да, да. О здоровье. Это достаток, это все. Здоровье, да. Хлеб, все. Но все. Господь, опять Он все переворачивает. Он настолько вот так вот, можно сказать, вот есть такая фраза, что Он пирамиду Хеопса переворачивает вверх дном. Вот, что мы даже не можем представить себе такого. И человек Ветхого Завета, он не мог представить себе того, что, оказывается, Бог может дать больше. Больше, чем земное царство. Больше, чем достаток. Больше, чем там, власть на земле. Он дает человеку вечную жизнь, нетление, свободу над смертью. И радостное, любвеобильное сердце, которое славословит Творца. То есть Антонине можно все-таки ну, посоветовать в ее вот этой... Ну, это действительно это беда, реальная беда, когда все так не устроено. Если не сложились отношения там со священником, ну, сходите в другой храм. Попробуйте просто открыть Евангелие, почитать Евангелие. Вот, вы услышите прямую речь Иисуса Христа, вот, нашего Бога. И вы поймете, что Бог, Он любит нас, особенно женщин. Вот я могу сказать, Он даже сотворил уже женщин вот, более предрасположенными к вере в Бога, более чуткими. Это не говорит, что вот они там особенные, там, и им больше дано. Нет, благодаря тому, что грехопадение свершилось, все хорошие качества можно обратить во зло и отпасть от Бога. Вот. Но если двигаться в том заданном вот, ритме, в том направлении, которое указал нам Господь Иисус Христос, такой человек будет только радоваться, только благодарить. У такого человека будет мирное сердце. Вот такой человек будет пребывать в Духе Святом. Он будет вот от этой благодати Божией, он будет просто вот славословить вместе со всеми там ангелами на земле вот имя Божье, как вот поют прекрасно, вот опять же, действительно, в хоре, прихожанки, как посещают храм. Действительно, вы правы, основной массой вот, наших
храмов от наших прихожан являются, конечно же, женщины. Это вот. Удивительно, но это так. И слава Богу, что сейчас мы видим не только пожилых, потому что я, наверное, думаю, понятно, что пожилой человек больше задумывается о смерти и о жизни вечной, нежели молодой человек, у которого кажется, или там девушка, у которой кажется, что ой, еще вся жизнь впереди, а 40-летний мужчина или 40-летняя женщина – это уже старуха или старик. Но ведь действительно у нас есть такое счастье, когда мы в храме можем видеть и молодых людей, и молодых девушек. И слава Богу, что такое все-таки происходит. И это, наверное, тоже от того, что женщины, общаясь со своими детьми, привносят в них вот ту самую любовь, которая не объяснена словами. Мы же не можем сказать, вот, почему я люблю маму, почему... ну, понятно, что мы все там любим своих отцов, но... Почему мама? Материнская любовь – это тоже как бы особая, реальная такая тема. С самого детства мы как-то очень как бы бережно относимся к этому. И вот если подводить итоги к нашей сегодняшней передаче, все-таки если поднять опять такую тему, служение женщины дома и в церкви, разделяется ли оно? Это служение, оно всегда должно быть исполнено любовью. Потому что женщина, благодаря тому, что вот ей уже дано от Господа, вот, благодаря вот тем качествам, которые Господь наделил ее, вот, она, конечно же, привносит вот эту любовь и в свой дом, и в церковь. Да. Дорогой отец, спасибо большое, отец Игорь, за то, что вы пришли сегодня к нам. Благословите наших телезрителей. Божие благословение, дорогие женщины. Поздравляю вас с наступающим праздником жен мироносец. Христос воскресе! Спасибо, дорогой отче. Дорогие наши телезрители, спасибо вам большое за то, что вы остаетесь с нами на телеканале «Союз», за ваше милосердие, за вашу любовь. Оставайтесь на Первом православном. Христос воскресе!